При организации Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана состоялась международная конференция на тему влияния геополитических перемен на будущее Тюркского совета, посвященная десятилетию создания центра. Тюркский совет был создан в октябре 2009 года в Нахчеване. Членами совета являются Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Как стало известно, в ходе конференции министры экономики четырех стран Тюркского совета обсудят вопросы сотрудничества на встречах в Турции и в Кыргызстане. Также в декабре ожидаются встречи министров образования и транспорта стран Тюркского совета. Их целью станет подготовка к саммиту глав государств Тюркского совета. Министры четырех стран в ходе встречи обсудят в Турции 30 ноября вопросы регионального экономического развития и стоящие на этом пути вызовы. В декабре также состоится встреча в Кыргызстане. Они будут нести подготовительный характер к встрече глав государств.